Котята. Жили-были три котенка. Огонек, Уголек и Снежок. Уголек был черный-черный, как уголь. Огонек был рыжего цвета, а Снежок был белый и пушистый, как снег. Котята умели быстро бегать, ловко прыгать, вот только лазить по деревьям они пока не научились. Снежок, Уголек и Огонек были веселыми, дружными, смелыми. Они не боялись никого, кроме пса Буяна. Злой Буян жил в соседнем дворе. Он бегал к забору, рычал и лаял на котят. Котята понимали, что он их не достанет, но все равно отбегали подальше. Как-то раз хозяйка ушла, а калитку закрыть забыла. Котята в это время лежали на траве, любовались цветочками и грелись. Они не сразу заметили, как во двор вошел Буян. Увидели его малыши, вскочили, а куда бежать, не знают. Дверь в дом заперта, окно высоко, забор далеко, на дерево не влезть. Что тут делать? И умные котята сделали вот что. Снежок подбежал на двери к дому и остановился. Дверь белая, и котенок белый. Его и не видно. Огонек прижался к кирпичной стене. Не видно рыжего котенка рядом с рыжей стеной. А Уголек прыгнул в ведро с углем, которое стояло у крыльца. Разве его там заметишь? Стоит Буян, вертит головой, не поймет, где же котята. Только что тут были, и вдруг исчезли. Тут вернулась хозяйка с покупками. Прогнала чужую собаку со двора и позвала котята бегать. Жуют котята сосиски, свои приключения вспоминают и над Буяном посмеиваются.